Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал Катарина Влоги «Обычная жизнь в Германии». Смотрите, ребятки, какие у меня розы. И вот тут еще цветочки такие желтенькие распустились. Такая красота. Сейчас я вам все покажу. Колокольчики шикарненькие. Ну и, конечно, эти розочки. Здорово. Прям классный аромат такой. Вот тут желтенькие у меня цветочки. Ладненько, бегу домой, надо готовить, кушать. Я сегодня баклажанчики купила, решила показать, что я готовлю. Потушила их. Вкусняшка такая. Ой, все запотело, ничего не видно. Вот, посмотрите, какие у меня вкусные баклажанчики. Сейчас добавлю туда чесночок. И будет так вкусненько, вкусненько. Я еще курочку запеку в духовочке и, может, пирог сделаю. И вот такая вкусняшка у нас сегодня будет на обед. Ой, кто-то пришел. Побегу, посмотрю. Ребят, мне почтальон посылочку принес. Сейчас мы с вами ее быстренько откроем и посмотрим, что я выписала. Я так люблю, когда мне посылочки приходят. Мне прям так нравится. Да, ну тут, как всегда, столько-столько всего этого. Это у нас... А, это я себе чай опять выписала. Посылочку я вам позже покажу. Я вот решила быстренько пирог спечь. Сейчас в духовку ее сразу закину. Ежевика у меня замороженная. Ну, скоро уже другая будет, поэтому сделаю немножко. А то Юля у нас не любит ежевичку кислую. Вообще фрукты не любит в пирогах. Поэтому я так немножечко ее покидаю, чтобы попадались кусочки без ежевички. Тут побольше кину для нас хороших. А тут у меня еще, смотрите, курочка. Ой, запотела камера. Посмотрите, вот такая курочка готовится на обед. Вот такая красота у меня получилась. Сейчас я ее в духовку отправлю. Ну, может быть, еще сейчас, наверное, ривлинг немножко сделаю, посыплю. И в духовку. Смотрите, у меня одна малинка еще сохранилась. Вот. Все, ставлю в духовку и показываю вам посылку. Вот. Вот такой вот чай себе выписываю. Мне он очень нравится. Туда 8 пачек. В общем, хороший английский чай. Так, теперь магнезиум выписала себе и цинк, это витаминки. Я, наверное, сяду, так лучше будет меня видно. Что у нас тут? Так, отбеливатель выписала. Ой, летит все так. Выписала для себя хороший, выписала косметику. Сейчас я поковыряю, по-моему, все. Больше я ничего не выписывала. Сегодня такая маленькая была посылочка. Все, вот. Вот такой вот кремушек я себе выписала для себя хороший, для себя любимый. Это вот тоник, ну вот водичка для лица, да, проще так говорят. Один крем у меня идет с этим ультразащитным слоем 30%, и второй просто как для восстановления кожи, там против морщинок, против всего, в общем, чтобы быть всегда красивой. Вот это я ждала, наверное, больше всего.
такую палетку. Мне она очень нравится, хорошая. Она у нас недавно, но очень хороший крем. Все, вот такая вот у меня посылочка. Ну и все, наверное, сейчас посмотрю. Мне там еще готовятся мои. Сейчас отключим, можно будет обедать. Дорогие друзья, кому понравилось наше видео, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Спасибо всем, кто смотрит нас. Еще хотела поблагодарить всех, кто остался с нами на нашем канале. Мы очень рады всем нашим новым друзьям. Но я вам желаю всем хорошего настроения, отличного просто настроения, летнего настроения. Всем пока и до новых встреч, мои хорошие друзья. Ну а нам, конечно же, приятного чаепития.